The scene now shifts to a glittering ball held at the home of Prince Yeletsky and given in celebration of his forthcoming marriage to Lisa. But Herman has other ideas. Бедняга!
три карты знать, и я богат. И вместе с ней могу бежать прочь от людей. Проклятие, эта мысль меня с ума сведет. Послушать пастораль под титлом «Искренность пастушки». Thank you.
дева прекрасна. Скажи из вас кого, меня или его на реку бить? Согласна. Я сердцем согласился, Oh,
чужий голос, кто это? Демон или люди? Зачем они преследуют меня? Проклятие! О, как я жалок и смешон! Послушай, Герман! Ты наконец-то! Как счастлив я, что ты пришла! Люблю тебя! Люблю тебя! Не место здесь, не для того звала тебя я. Слушай, вот ключ от потаенной двери в саду, там лестница. По ней зайдешь ты в спальню бабушки. Как в спальне к ней? Ее не будет там в спальне, близ портрета из дверь ко мне. Я буду ждать тебе, тебе. Хочу принадлежать я одному. Нам надо все решить до завтра, мой милый, желанный. Нет, не завтра, нет, сегодня буду там. Но, милый, я так хочу. Пусть так и будет, ведь я твоя раба. Прости. Теперь не я, сама судьба так хочет. Я буду знать приказ. Ее величество сейчас пожаловать изволят. Матушка, 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 мат
Что же? Боюсь я, что ли? Нет. Так решено, я выведаю тайну старухи. А если тайны нет, и это все пустой лишь бред моей больной души, какой-то тайной силой я с нею связан ротом. Мне ли от тебя, тебе ли от меня, но чувствую, одному из нас погибнуть от другого. Гляжу я на тебя и ненавижу, а насмотреться вдоволь не могу. Бежать хотел бы прочь, но нету силы, пытливый взор не может оторваться от страшного. Нет, нам не разойтись без встречи роковой. Шаги сюда идут. Да, ах, будь что будет. Верность стала того, кто пусть.
пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь. Я не стану вам вредить. Я пришел вас умолять о милости одной. Вы можете составить счастье целой жизни, и оно вам ничего не будет стоить. Вы знаете три карты. Для кого вам беречь вашу тайну? Когда-нибудь знали вы чувство любви, если вы помните пыл и восторги юной крови, если хоть раз улыбнулись вы на ласку ребенка, если в вашей груди билось когда-нибудь сердце, то я умоляю вас чувством супруги, любовницы, матери, всем, что свято нам в жизни, скажите, скажите, откройте мне вашу тайну. На что вам она? На что вам она? Может быть, она сопряжена с грехом ужасным, с пагубой блаженства, с дьявольским условием. Подумайте, вы стары, жить недолго вам, и я ваш грех готов взять на себя. Откройтесь мне, скажите. Старая ведьма, так я же заставлю тебя отвечать. Черебячица, хотите ли назначить мне три карты? Да или нет? Thank you.
Horror of the situation has dawned on Lisa. She realizes that the secret of the cards was more important to Hermann than his love for her. A scene of enormous power, with three of the Mariinsky's finest principals. Vladimir Galuzin playing Hermann with frightening intensity, Tatiana Borodina as Lisa, and Irina Bogachova as the Countess.